Мандрагон Дос Сантос! Из 62 поединков 41 поединок 20 проиграл, и один раз в поединке с его участием была зафиксирована ничья. В мае этого года дрался он с уральским Халком, с Иваном Штырковым. Антон Лисигин! 7 побед нокаутами, приемами и 2 решением судей. Свое первое поражение он потерпел в октябре 2015 года, тогда проиграл нокаутом Олегу Попову. И его соперник в красном углу, боец из России, город Череповец. Ему 24 года, рост 196 сантиметров, вес 117 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд 14 боев. 11 побед, 3 поражения, представляющий бойцовский клуб «Спарта» Антон Дезигин! Мандрагон Дос Сантос! And listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves. Ready? On board. Антон Дезигин. Действительно, Череповец традиционно в таких больших весах не очень быстро начинают бойцы, хотел сказать я. Не, бойцы не оставляют без ответа Ручиню. На самом деле, примерно что-то такое было в бою против Штыркова, а потом к концу второго раунда просто устал. Создалось впечатление, что он Антона подмял. Коленом я он ударил, но, по-моему, он не попал. А вот руками он потряс. Отключает руку сейчас. В поединке с Иваном Штырковым были проблемы с выносливостью у Дос Сантоса. Я тут поединок комментировал. Придушить Антон Везигин своего соперника. Вовремя вставил подбородок. Но уже в маунте оказался Везигин. Начинает разбивать Дос Сантоса. Ну все, 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 все. И это нокаут. Ну вот у Сантоса был шанс в самом начале, и он, в общем-то, им воспользовался. Но вот потеря равновесия. Не смог, не сделал. Все. Все, ты лучший. Очень хорошо сориентировался Везигин. Победой. Дамы и господа, в этом бою на 2:40 первого раунда победу нокаутом одержал Антон Везигин!